Добрый вечер, уважаемые телезрители. Эфир телеканала «Хабар-24» продолжается программой «Экономика». И я ее ведущий Алишер Кожазбаев. Тема нашего сегодняшнего эфира – это защита, такая правовая защита предпринимателей. Но на самом деле тема невероятно важна для всего бизнеса, для всех предпринимателей. Я не знаю, на всех бизнес-встречах, во всех там кофейнях она обсуждается постоянно. И есть определенные в этой сфере однозначно продвижения. Тем не менее, мы бы хотели лучше в этой теме разобраться. Дело в том, что вот сейчас у нас вообще бизнес, и в частности малый и средний бизнес, это один из главных ориентиров в развитии экономики страны. И большое внимание уделяется тому, чтобы он мог существовать, чтобы ему было комфортно работать. А вот насколько успешен этот процесс, мы попытаемся разобраться сегодня. И мой гость, сегодняшний наш спикер, это управляющий директор Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Кусаинов Азамат Ербулович. Он как раз курирует вопросы правовой защиты предпринимателей. Азамат Ербулович, добрый вечер. Добрый. Рады вас видеть, рады видеть новые лица на Хабар-24. Вы человек достаточно молодой, вы человек такой из нового поколения управленцев. А посему мне хотелось бы поговорить с вами на языке молодом, прямом и, в общем-то, не зашоренным. Давайте начнем с такого вопроса. Вот, как я только что сказал, малый и средний бизнес – это один из ориентиров, о нем говорят сейчас все. Вот каждый министр, там, премьер-министр, естественно, президент страны, там, администрация президента в парламенте, в общем, целыми днями мы слышим о том, что малый и средний бизнес нужно растить в стране. Это рабочие места, это налоги, это экономика, это все остальное. С другой стороны, вот я думаю, что предприниматели подтвердят, многие предприниматели, как минимум, подтвердят, что вот давление на бизнес, снижение давления на бизнес со стороны государственных органов, оно безусловно происходит, мы это чувствуем. Но мое личное ощущение, что оно происходит несоразмерно усилием, медленнее, чем хотелось бы гораздо. Скажите, пожалуйста, что в этом направлении делается, какие новые подходы сейчас используются, что делает НПП «Атамекен», что делают другие госорганы, и как все-таки выстраивается сегодня работа вот в нашем новой экономической политике по защите прав бизнеса, mm-hmm. предпринимателей. Окей. Okay. Ну, защита прав предпринимателей – это вот такой вопрос, процесс, точнее, бесконечный. То есть каждый раз появляются новые законы, новые отношения между предпринимателем и государством. Просто бесконечный, всегда будут проблемы. Но комплекс мер принимается. У нас НПП, самый главный стейкхолдер – это наша, по сути, Генеральная прокуратура. У нас из года в год, каждый год принимается комплексный план по защите прав предпринимателей на форуме, подписывается нашими руководителями. И большой пласт работы с ними делается. Ну, это основной наш стейкхолдер, основной наш, так сказать, партнер. Ну вот, например, условно, в этом году даже такая была инициатива от антикоррупционной службы, проект «Бизнес Кижол». Угу. Они тоже с нами активно взаимодействуют. Все обращения мы сейчас рассматриваем в течение 10 дней, где есть коррупционные риски. То есть быстро отрабатываем там, то с представителями антикоррупционной службы в рамках проекта по судебной реформе с Верховным судом мы также отрабатываем. Тоже здесь позиция нового представителя Верховного суда. Он полностью нас поддерживает, комплекс мер тоже принят. Некоторые поправки сейчас зашли, а некоторые не зашли, но вот к осени будет новый пакет, сейчас будет, и мы туда заходим, будет, тоже активно будем продвигать интересы бизнес-сообщества. Поэтому, говорю, это вопрос бесконечный, очень много вопросов, очень большой пласт проблем. Mm-hmm. Да, действительно, как вы отметили, проблемы незаконных проверок, проблемы адом барьеров как бы решаются. Ну, в смысле, это не было как 10 лет назад. Mm-hmm. Налоговики, там, цесники, честники, как раньше, там, не заходят, там, так сказать, кавычка по беспределу, да, как бы сейчас все уже оцифровано, есть система управления рисками, все как бы все видно. Основная проблема предпринимателя, основная боль, как по нашему мнению, это все-таки уголовный процесс. Уголовный процесс, потому что если предприниматель попадает в орбиту уголовного преследования, там, ну, очень тяжело становится предприниматель. Mm-hmm. Поэтому наш основной стейкхолдер, Генеральная прокуратура, которая, по сути, прокуратура, это хозяйка уголовного процесса. Mm-hmm. То есть до суда, до судебного расследования, то есть все решает прокурор. И в этом плане нам очень помогло их сентябрьское указание.
генерального прокурора, принятая вот на большом форуме с участием МПП, с участием бизнес-сообщества, указания, которые четко устанавливают правила игры касательно возбуждения, ну, не возбуждения, точнее, сейчас называется регистрации досудебных расследований, вот, по сути, возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей. То есть это вот такой инструмент. А что он поручил там на форуме? Указание, это было указание, так называемое сентябрьское указание, где четко прописаны, по каким основаниям должно возбуждаться уголовное дело в отношении предпринимателей. То есть там есть перечень конкретный, что там должно все быть сначала обжаловано, сначала, ну, то есть, и, ну, прям посписочно все указано. А раньше не было указано или как? Раньше оно не было так детализировано. То есть в УПК, в принципе, эти все вещи были прописаны, указание расшило. Это более детально расшило. И вот в сентябре оно было подписано, оно было разослано всем правоохранительным органам на территории. И мы сейчас планируем сделать замер. Так времени, вот мы все хотим, но еще мало времени. То есть в сентябре было, сейчас май, ну, то есть прошло где-то... Ну, год бы прошел. Да, год бы прошел, мы хотим к сентябрю замерить. Вот было как до указания, какая была ситуация в уголовном процессе с вовлечением предпринимателя в орбиту уголовного процесса, и как сейчас стало. Пока мы, говорю, рановато чуть, но уже видим, что ситуация улучшается. Плюс большим подспорьем еще раз стало принятие административного процессуального кодекса, то есть АППК, административные суды, адмиссия так называемая, когда она в 2021 году, если не ошибаюсь, была введена до суды. По сути, предприниматели, да в целом граждане, половину споров у госорганов выигрывают. Это, ну, очень крутой инструмент. И мы его всецело поддерживаем. То есть раньше закон об обращении граждан, раньше, когда предприниматель либо гражданин обжаловал действия госоргана, он проигрывал 15%, потому что он обращался в госорган. Сейчас суд. То есть он обращается в госорган, потом в суд. И в 50%, там, 52%, кажется, если ошибаюсь, выигрывает заявитель. То есть предприниматель выигрывает дела у госорганов. Это, ну, просто фантастические цифры. Мы готовы... Это прям факт, да? Это факт, это цифры. Потому что бытует мнение, что у госоргана выиграть суд просто невозможно. Это было раньше, да, вот до принятия ППК. Было такое, что очень тяжело было выиграть. Не то, что да, нереально. Просто там был процесс другой. Там обращался в госорган, госорган говорит, ну, я прав, типа, и все. А сейчас и процедура адмиюстиции. Если ты не согласен с решением госоргана, ты идешь в адмсуд. И, как правило, еще раз, как показывает статистика, статданные, предприниматели выигрывают суды. Почти даже больше, чем половине случаев. Это, как бы, мы считаем, ну, прям очень крутая вещь, которую... Люди, население, предприниматели это видят, что это работает. И они идут и обжалуют. И, с одной стороны, это хорошо и для подстегивает у госорганы, потому что по статистике они проигрывают, то есть надо делать какие-то выводы, почему. Это, ну, это такое, хорошая такая состязательность сторон, если можно так назвать. А, кстати, а вот, извините, можно чуть подробнее вот про указание прокурора? Я помню, было много разговоров о том, что, как бы, вообще все бизнес-статьи лучше сделать, ну, не уголовными, потому что это сильно убивает там инвест-климат. Там. А что именно, то есть еще раз, что именно там было в этом указании? То есть, насколько я слышал, я так сейчас примерно отдаленно пытаюсь вспомнить, что там нельзя заводить уголовные дела, пока вот там не пройдет чего-то, что там предприниматель может там 10 раз Нет, все обжаловать. Условно, если коротко сказать, чтобы не уходить в детали, да, что предприниматель должен, ему дается возможность обжаловать все вещи в судебном порядке. То есть, условно, если, ну, пример, там, я там заключил договор с кем-то, там, с какой-то школой, да, на поставку чего-то. В школу пришли проверять, там, не знаю, какие-то ребята. Возбуждает дело, и того сразу же, там, что хищение какое-то. И того контрагента, ту сторону, ну, с кем заключили, так сразу вытягивает, вот, дело возбудили, сразу же зарегистрировали материал, то есть все. И это, получается, попадается в орбиту, то есть действует сразу УПК, уголовный процессуальный сказать. Теперь, с указанием, он может обжаловать, то есть он говорит, ну-ка, покажите мне акт вашей проверки. Ну, там, финконтроль, я не знаю, там, счетного комитета, и он посмотрит и говорит, ну, подождите, да, дайте мне, у нас договорные отношения были, давайте я докажу до уголовки, что я прав тут, что я не согласен с заключением специалистов, так сказать. И это дает право, если он доказывает, и состава нет, тогда он выходит чистым. Если все-таки есть, то, конечно, там уже махина уголовного процесса заворачивается. Но это, говорю еще раз, возможность для добросовестных предпринимателей доказать свою правоту и невиновность. И, в принципе, мы как по некоторым кейсам смотрели уже, были уже после сентября, нам поступает обращение, мы видим, что это работает. В принципе, работает.
За мир в игру мы все не дождемся, чтобы сделать, чтобы посмотреть, например, статистику, как улучшилась ситуация. Вряд все равно, честно говоря, печально звучит, потому что есть же презумпция невиновности. Почему невиновный должен доказывать, что он невиновный? Нет, ну, имеется в виду, ну, это я так грубо сказал, имеется в виду, понятно, что в орбиту уголовного процесса попадаешь, это не значит, что ты виновен. Конечно, есть презумпция невиновности. Пока суд не вынесет приговор, решение, естественно, ничего не будет. Но мы понимаем все, что в уголовном процессе очень тяжело. Это какой стресс? Это какой стресс для предпринимателя? Это какой стресс? Попадаешь, когда этот человек хочет тоже, как бы быстрее все это закончилось. Скажите, пожалуйста, мне хотелось у вас подробно спросить. Говорят про судебную реформу. Вот здесь у меня был несколько раз Рембек Анварович Баталов, который возглавляет НПП «Атамекен». Вот он сказал, что то есть раньше такого не было, то есть по сути представитель бизнеса, то бишь НПП «Атамекен», очень большую роль сейчас на себя взял в части реформирования, судебной реформы, которая обсуждается там в Сенате, в Мажилисе. Чего не могу понять? Вот есть то есть реформа — это обычное изменение структуры. Ну, у нас там есть общий установленный суд, потом есть там апелляция, есть кассация, есть там судьи, постоянно их там то ругают, то меняют, там пытаются сделать честнее. А что такое судебная реформа, что вообще значит, какой набор действий под этим заложен, я вообще не понимаю. Хотелось бы у вас спросить, вот конкретно, раз, два, три, вот на понятном языке объясните, вообще какие параметры обсуждаются, что такое судебная реформа, что от нее хотят? Ну, если коротко, если раз, два, три, то мы видим, да, и президент неоднократно отмечал, что общество, как мягко сказать, бывает недовольно, да, судебным решением, в целом судебной системой, поэтому дано поручение о реформировании. НПП «Атамекен», да, как вы отметили, мы очень активно участвуем. Мы благодарим, в принципе, Верховный суд за то, что много очень наших предложений было принято. Но если разделить на раз, два, три, то первое — это сама, как говорится, структура. То есть не только это вопросы отправления правосудия, то есть, а вопросы еще финансово-хозяйственной деятельности судов. То есть создана у нас судебная администрация, вообще такого не было раньше. Судебная администрация, она полностью в вопросах финансовых, административные вопросы на себе закольцовывает, если так можно сказать. То есть судьи сейчас занимаются только отправлением процедуры. У них голова сейчас не болит, там, как приобрести воду, там, бумагу, все. Они занимаются только своими прямыми вопросами отправления правосудия. Второе — это наболевшие вопросы именно касательно процесса отправления правосудия, да, если так можно сказать. Это вот к примеру скажу, введен институт экстратериальности, да, с 1 июля, кажется, 2022 года. Но он, почему он введен половинчато, осталась проблема. Но мы сейчас в этом году, думаю, вопрос все-таки добьем, так сказать, если можно сказать, введем этот институт. Это что, чтобы вы понимали, институт экстратериальности что дает? Он дает, развязывает руки. То есть судья первой инстанции не смотрит на судью в апелляции, типа, на соглядкой, потому что если машина может сказать, вы вот условно в Весильский суд обратились, в районы Астаны, апелляция может состояться там в ЭКО. И то есть судья городского... Интересно. Да, судья городского суда, он не может давить на район суда. Да, он потому что не знает, куда попадет. Может в Чимкент попасть, может в ЭКО попасть. То есть это, сейчас пока ввели, если стороны договорятся, если истец и ответчик, они согласны экстрадиции, то тогда окей. Ну, то есть многие люди не понимают, что такое экстрадиция, как бы предприниматели, ладно. А могут ввести, то есть мы предлагаем, чтобы ввести обязательно, чтобы было... Ну, пока пилотно, пока мы предлагаем, так сказать, если так можно сказать, торгуем с Верховным судом, тоже они тоже хотят не все сразу, мы тоже их понимаем. Пока вопрос по экономическим спорам, вот так делать экстрадиции, условно, споры там... Обязательно экстрадиции? Да. А как будет, вот здесь цифровизация нужна, как будет проходить распределение? Вот это вопрос мы тоже, в принципе, у них в целом с вопросом цифровой трансформации, цифровизации в Верховном суде все в порядке, у них там хорошие системы IT, в целом ребята очень современные, поэтому у них это есть все, они готовы, да, эта система автоматически будет определять, то есть никакого вмешательства человеческого фактора абсолютно нет, все зашел, машина определила, такой-то, из такого-то района, такую-то инстанцию перевести. Все. И там люди будут рассматривать уже. Как бы это
Один из тоже вопросов. Второй вопрос, кассация сплошная. То есть мы знаем сейчас, что так называемый предбанник существует в Верховном суде, который фильтрует и, по сути, немного ограничивает, да? Поступление. Да. Там же ограничения в кассацию уже не каждый, по-моему, да, там есть ограничения по МРП, там, касательно для юрлиц, для физлиц. Мы хотим сейчас это убрать, предлагаем это убрать. В принципе, позиции Верховного суда тоже как бы поддерживают нас в следующем пакете. Должны они зайти, и тогда люди смогут так же, как обращаться уже в кассацию без предбанника. Ну, есть несколько, они просто, их тоже можно понять, Верховный суд, они ссылаются на загрузку, то есть, соответственно, сразу большой наплыв будет, большой наплыв дел будет, то есть сразу пойдет. Мы предлагаем, ну, может быть, тогда сделаем окружные суды, так называемые, разделим на север, юг, центр. Может быть, вернемся к старой модели, когда кассация кассационной инстанции была в облсудах. Не знаю, и либо давайте увеличим штат Верховного суда, в принципе, тоже как бы вариант, почему нет, если действительно это нужно, почему нет? То есть, если я правильно понял, сейчас ты обращаешься в суд, если, допустим, суд проиграл, ты обращаешься в апелляцию, если проиграл апелляцию, то в большинстве вопросов все, есть только определенные другие, там, какой-то круг вопросов или по суммам, когда ты можешь еще в Верховный суд... По суммам, по гражданскому законодательству, по гражданскому процессуальному, да, по суммам там есть 30... Еще, кажется, МРП, точно помню, по... Около 100 миллионов тенге. Да, 96, кажется, свыше 96, ага. Да, по обратиться в кассацию. В кассацию. И то там не факт, там, ну, то есть этот... Могут и отклониться. Да, в уголовке все проще. Там тоже есть предбанник в уголовном законодательстве, то есть в уголовном судах. Но там тройка рассматривает. Хотя бы они рассматривают, и там ясно, вот там все там принимаем. А там в гражданском чуть тяжелее, там могут просто не принять и сказать, типа, ну, мы не принимаем, мы решили не принимать. Поэтому мы говорим, что давайте позволим людям, предпринимателям в том числе, обращаться напрямую, ну, как и ранее, в кассацию и дадим это право. То есть принцип экстерриториальности. Третье окошко, если во втором ты проиграл, то есть в апелляции проиграл. Да, потом... Что еще? Ну, еще такой ключевой момент, мы считаем, это выборность судей, то, что это озвучил президент. О, это... Да, мы говорим больше не о выборности, так называемой, хотя бы начнем с, так сказать... Мы хотим ликвидировать должность председателя судов, так называемых. То есть просто будет старший судья. Первый среди равных, так называемых. То есть, что приятно, что Верховный суд, в принципе, нас тоже поддерживает. И уже более того, уже внесены, пока в малосоставных судьях, где есть три. Ну, районный суд, условно, какой-то маленький район, там, Курло-Ложинский, условно. Кумельская область. Три судьи. Зачем там председатель нужен? Ну, старший судья. Все, он там просто первый. А это не одно и то же в нашем менталитете особенно. Старший, значит, председатель... как копируется старший на казахский? Ага. А там Турагаса председателя. Ага. Ну, то есть, как бы, все-таки это тоже, как бы, ну, мы говорим, что это не нужно, давайте будут судьи. И говорим, что в целом в судах первой инстанции они нужны. И вообще даже во второй, даже в областных судах не нужны. Нужны там председатели-коллеги. Председатели-коллеги по уголовным делам, по административным делам, по гражданским делам. Окей, они нужны. А председатели просто областного суда. Мы предлагаем... А зачем нужны представители коллегии? Это интересно. Ну, потому что все-таки это же разные, так сказать, сферы. Ну, то есть там административное законодательство, там уголовное, там экономическое. То есть, чтобы не мешать, то есть, ну, чтобы профиль был у человека. То есть, это тоже немаловажно, по сути. Чтобы... А вот, вы знаете, еще один вопрос в части судей. Ну, я его чуть подробнее задам. По большому счету, мой вопрос звучит очень просто вообще в целом про суды. Я не знаю, громко это будет фраза или не громко, но мне кажется, что у нас наблюдается определенный кризис доверия к судебной системе. Мы можем, пока этот кризис сохраняется, мы можем не обсуждать ни привлечение инвесторов, ни рост бизнеса, потому что все, вот судебная система — это вообще вопрос номер один для роста экономики. В моем понимании... В первую очередь надо заняться же еще и вопросами коррупции в судах. Она напрямую, как мне кажется, связана с уровнем заработных плат, которые, безусловно, надо повышать. И когда у нас люди требуют там, резкого падения коррупции в судах, а при этом там, мы понимаем, что судья зарабатывает там, 1 000 000 тенге и ежедневно решает вопросы на сотни миллиардов тенге, соблазн слишком большой. Вот в части, вот мы раз, два, три поняли, да, там кассация, экстерриториальность, отсутствие председателей судов. А в части заработных плат что?
Можем ли мы сказать, что это будут по-настоящему высокооплачиваемые люди с гарантией трудоустройства, чтобы они переживали за завтрашний день и судили честно? Однозначно, да. Это также одна из задач судебной реформы, потому что, как вы вначале сказали, что, так сказать, недоверие, мягко сказать, да? Это же не просто так. Президент это озвучил ясно, открыто, что надо что-то делать. Надо. То есть, также вопрос инвест-климата. То есть, инвестор, так, даже любой человек хочет какой-то понятной, прогнозированной судебной системы. То есть, он понимает, что условно, ну, примерно, там, 80% за такое-то там, правонарушение дают такое-то. Он не хочет, чтобы там, что-то какое-то непонятное решение, непонятный приговор ходил. То есть, нужно прогнозируемое судебное решение, чтобы люди понимали, что примерно вот здесь вот будет вот так. И спокойно заходили инвесторы к нам. Это все же закольцовывается вокруг этого. Вы правильно отметили, что человек, если заходит деньгами, он не хочет рисковать. Это принцип, так называемый, верховенства права. Да. То есть принцип верховенства права. То есть без этого никак. Здесь отдельный индекс вообще посвященный этой теме. Поэтому... А насколько вот мы можем о конкретных значениях говорить? Ну, я понимаю, что это не один человек решает, не вы один решаете, но это в большой группе обсуждается. Вот сколько сейчас средняя зарплата судей? Или там давайте возьмем экономических судей. Там, мы же про экономику передачи, про бизнес в основном. Вот там судья там, экономического суда там, города Алматы. Сколько зарплата? Честно сказать, я сейчас не знаю, потому что я, работая ранее в органах прокуратуры, я помню, что судей была зарплата больше, кстати, чем у прокурора сотрудника в свое время. Угу. То есть, условно, если прокурорский сотрудник, просто сотрудник прокуратуры получал там, условно, 50 тысяч тенге, это было 10 лет назад, да, условно, 10-12 лет назад, то судья районного суда получал порядка 250 тысяч, то есть в 5 раз. Но это так называемый помощник прокурора, это просто обычный боец, солдат, исполнитель. Угу. Прокурор района города получал примерно так же, как и судья. Угу. То есть у судей, в принципе, всегда была зарплата, как бы не то, что хорошая, она была больше, чем у сотрудников правоохранительных органов, естественно, потому что это третья власть, они отправляют правосудие. Потом у них было повышение, сейчас еще одно повышение в рамках реформы, то есть в рамках вот этой реформы еще одно повышение. Ну, я думаю, мы придем к тому, что это будет очень высокооплачиваемая профессия, высокопрофессиональная, потому что так называемая калитка же еще есть, это тоже в рамках реформы, что можно привлекать юристов извне, то есть как, условно, хотя они англосаксонская система, да, где вот там, как у нас все-таки же кандидатная система, романо-германская, но все же во многих странах, вы знаете, что адвокат с прокурором, условно, меняется местами, ничего такого нет. Судьи там, то есть, да, как бы, в Штатах, условно, председатель Верховного суда, насколько я раньше был, может, сейчас что-то поменялось, у него была зарплата наравне с президентом, то есть официальная зарплата. Конечно. Председатель Верховного суда и зарплата, как у президента США. У них одинаковая сетка. Потому что это... Я всегда говорил, что как-то странно, как мне кажется, все время мерить зарплату, сравнивая там с другими, важнее сравнивать зарплату с размерностью вопросов, которые ты решаешь. Ну да, это качество. Ну, как тем качественное правосудие? Мы хотим справедливости, когда судья, там, как вы говорите, решает вопросы там, споров на миллиарды тенге. Миллиарды. А у него там, и, конечно, там возникают некоторые вопросы. Это можно говорить, как например, условно, как говорил там, кажется, Ибн Сина, да, Авиценна, что у врача должен быть лучше перстень, да, там, чтобы он не думал, лучше перстень, лучше лошадь там, и лучше там, ну, хорошее жилище, потому что он не должен думать о, так сказать, материальных вещах. Он должен быть, как человека там вылечить, да. И он не должен быть, там, что завтра покушаю, там. То же самое судья, должны, ну, в пределах разумного быть хорошее обеспечение, в том числе, да. И жалование. Даже очень хорошее, да. Я считаю. Хорошо, вот, Азамат Ербулович, есть еще вопрос. Вопрос, наверное, не очень приятный, но затем мы и существуем, чтобы задавать неприятные вопросы. Вы знаете, среди предпринимателей, да и вообще многих людей, бытует мнение, и оно, наверное, там не массового характера, но есть такие опасения у людей, что вот борьба с коррупцией, сейчас же действительно там и у Антикора одно окно, и НПП постоянно письма пишет, защищает предпринимателей. Есть еще там уполномоченные по правам предпринимателей постоянно пишут. Все всегда вовлекаются со всех сторон. И вот есть мнение, что борьба с коррупцией в этом плане, оно без вот повышения как бы уровня жизни государственных служащих, которые там проверяют, оно лишь удорожает ставки откатов. Вот такое есть мнение. Что от борьбы с коррупцией просто теперь с большим количеством людей им надо делиться, и вопрос откатов просто стал дороже.
Я действительно не считаю, что это прям массовый характер, потому что все-таки есть и мораторий на проверки предпринимателей. То есть, ну, чувствуется, что там как бы давление-то послабло. Но тем не менее, наверное, сложно отрицать сам факт, что такие кейсы бывают. Вот как вы считаете, а с этим как бороться? Вот как человек, который в представительстве бизнеса, грубо говоря, работает и курирует эти вопросы? Ну, как я вначале сказал, что да, действительно, этот процесс бесконечный. И, как сказал один известный человек, коррупцию невозможно победить, ее можно только контролировать. То есть коррупция... Сталин это сказал. Да, это сказал Сталин. И действительно... Как он говорил, что коррупция на уровне наркомата, она будет существовать. Ну, как бы, главное, чтобы это не было там, повсеместно. То есть, если, условно, конечно, в каждом там, маленьком госучреждении, маломальском, будет там, вопросы там, решаться там, за определенные там, суммы, да, везде повсеместно, в районах, там, в маленьких аулах, в областных центрах. Но это угроза нас безопасности. Почему это коррупция? Это угроза нас безопасности. Поэтому здесь... мы видим четкую позицию, волю политическую. Мы вот буквально вот видим чуть ли не каждый день, да, громкие задержания. Мы видим, их чуть ли не анонсируют. Да? Поэтому мы видим политическую волю, что нет неприкасаемых, как сегодня, да, сказал спикер Сената. Поэтому работа ведется, но она такая, она бесконечная. Ну, я говорю, в нашей стране нескольких прям премьер-министров там осудили, еще других высокопоставленных чиновников. Работа ведется, и, естественно, тут многое зависит еще и от общества в целом, от граждан, от предпринимателей тех же самих же. Да. Поэтому этот вопрос комплексный. Но это однозначно угроза на безопасности, конечно. Потому что это как бы... Действительно, да, как вот сейчас антикор распространяет, мне понравилась вот эта фраза, да, это одна взятка, два преступника. Надо все-таки про второго не забывать преступника, потому что часто только про того, кто взял, помнят. Про того, кто дал. Тот, кто дал, тот, да, это однозначно, то есть провоцировал, как минимум. Да, если есть те, кто дает, обязательно есть те, кто возьмет. Конечно, однозначно. Все равно надо бороться, все равно. Хорошо, Азамат Ербулович, ну, давайте пойдем дальше. Я знаю, что большой блок вопросов, которым вы занимаетесь, наверное, очень важный блок вопросов. Я спрашивал про него у Рамбека Анварча, я хотел бы спросить еще раз у вас. Что делается в части защиты прав инвесторов? И честное слово, вы знаете, вот чисто как экономист, я считаю, что сейчас надо понимать определенные базовые экономические реалии, которые вот мы, даже если очень захотим, в одночасье не перепрыгнем. У нас сейчас есть абсолютно, к сожалению, вот на сегодняшний день обоснованная там, нестабильность национальной валюты. Мы видим высокие ставки привлечения и заимствования. Да. Мы видим вот как раз такие, что там, как все заявляют, там, вопросы доверия к судам, поэтому судебная реформа проводится. То в этой связи привлекать иностранных инвесторов все сложнее и сложнее. Но я всегда говорил, зачем нам иностранный, ну, зачем нам думать только о нем? У нас очень много внутренних инвесторов. Отечественных инвесторов. И вот сейчас, кстати, было, кто же публиковал цифру, в общем, отток капитала из страны очень большой. И, кстати говоря, в 2022 году он был совсем большой. 21 миллиард долларов – это отток из страны капитала. Представляете, 21 миллиард. Это кто из инвесторов нам 21 миллиард? Это в последний раз такие инвестиции были, когда Кашаган осваивали. А у нас просто из страны уходит. То есть я считаю, что поддержка внутреннего инвестора – это вообще самое главное. И скажите, пожалуйста, про эту работу. Что там интересного сейчас есть? Да, ну вот сейчас, как сказать, это сейчас на устах везде, потому что вопрос, да, привлечения инвестиций номер один. Сейчас отдельный KPI, это отдельный KPI у акимов, у министров. Президент недавно на последнем большом расширенном заседании, да, озвучил то, что теперь под... инвестпроекты будут сопровождать, закреплять органы прокуратуры, да, чтобы было сопряжение со стороны органов прокуратуры. Полное, да. В этой связи мы, так как очень тесно взаимодействуем с сотрудниками прокуратуры, наша задача теперь появляется и в защите прав инвесторов. То есть мы под ключ теперь будем сопровождать будь то отечественных, будь то зарубежных инвесторов. То есть раньше мы в общем порядке как бы защищали права предпринимателя, то есть предприниматель действующий там хочет. Теперь конкретно инвестор, то есть отдельная у нас, отдельный KPI будет, отдельная работа. Прямо за ручку брать, какие у тебя проблемы, что ты хочешь делать. Я хочу там построить там здесь вот, не знаю, молочную базу. Давай, что тебе, что куда мешает тебе?
Мы с прокурором... Это вся работа, кстати, будет делаться в основном на территориях. Даже не то, что в областях, даже, скорее всего, на районном уровне. То есть в районе каким что-то там не дает что-то там? Или кто-то там из госорганов не дает? Давай пойдем вместе с органами, будем говорить, что там? Техусловия, там, земельный участок, еще что-то быстрее, чтобы вот эти все барьеры быстро в рабочем порядке снимать, чтобы это не затягивалось. Это теперь одна из наших основных направлений. У нас... Вот я вам приоткрою, да, что у нас теперь немного там функционал меняется. Скорее всего, в органах прокуратуры будут какие-то структурные изменения в части этого. В связи с последним поручением президента он конкретно сказал же, что теперь прокурор. Теперь у них будут... Кстати, вот давайте напомним телезрителям. Президент как сказал, что теперь каждому инвестору будет прикрепляться кто? Прокурор? К инвестпроекту. Инвестпроект. Да, то есть он инвестпроект и сопровождает это, то есть правовые вопросы будут прокурор смотреть на законность, да. Чтобы он отвечает за законность же на территории. Да, насколько там ему дают, не дают правильно землю, говорю, через техусловия, я не знаю, что угодно, местный исполнительный орган, или министерство, или еще кто-то, или СПК, я не знаю, еще. А мы, так как у нас есть тоже своя, так сказать, инфраструктура, система тоже, Атамекен же там. У нас вплоть до каждого района существуют представители региональные, районные. У нас есть, разрабатывается карта, Роман Иванович про нее говорил, карта, так сказать, реестр инвестпроектов, цифровой. То есть в цифровом формате, там, заходишь, будет, знаете, чей проект, сколько суммы, кто закреплен, как на какой стадии, что мешает, что не мешает. То есть все будет, и она будет, и пользоваться будет, как и мы, как и органы, прокурор, так как местные исполнительные органы, то есть это там условно дэшборд, где в онлайн-режиме может все посмотреть, как что, какой процесс, что мешает, на какой стадии, какие суммы, то есть, ну и максимально, наша задача вообще максимально все сделать прозрачно, чтобы не было никаких кулуарных вопросов, чтобы, ну, когда непрозрачность, тогда и возникают всякие, так сказать, непонятные серые схемы. Все прозрачно, все видно, пожалуйста, занимайтесь добросовестным инвестором, например, это же, ну, основной посыл, мы говорим, приходите и вкладывайте к нам, приходите, будь то отечественный, как вы говорите, будь то тем более зарубежный, это же еще и имидж, еще и репутация. И все это вкупе как раз-таки, почему последовательная реформа, это очень важна, потому что как бы прокуроры, как бы там органы, как бы не делали, но без там, прогнозируемой там судебной системы, это очень тяжело будет сделать. И это номер один для инвестора, особенно для зарубежного. Понятно. Вы знаете, у нас буквально там минута до конца, но мне хотелось бы задать еще один вопрос, и поэтому я, с вашего позволения, попрошу вас очень коротко на него ответить. Мне было все время немножко непонятно. Вот у нас, я вот записывал, сидел, защищает бизнес НПП, уполномоченный по правам предпринимателей. Единое окно теперь есть у Антикора. У нас там инвесторами, которые тоже, по сути, предприниматели, занимается МИД. Министерство экономики там защищать пытается, вроде как, так говорят, по крайней мере. Вот понять не могу, это коллективная ответственность? А, прокуратура теперь еще. Это коллективная ответственность или это коллективная безответственность? Вот кто главнее среди них всех? Кому идти? Главнее? Ну, как сказать, я бы не стал так говорить, кто главнее, такой вопрос задать. Скажите, я главнее. Классно? Зато честно будет. Я думаю, что здесь просто у каждого своя зона ответственности. Условно, НПП — это как палата, понятно, там стекаются все вопросы по защите прав. Уполномоченный, у него такие вопросы более системные, то есть он реагирует, когда вот есть, он видит какие-то барьеры, он докладывает президенту, у него да, там функционал согласно предпринимательского кодекса. То есть вы сказали про антикор. Антикор, он рассматривает тоже в рамках своих только полномочий, функционала, в рамках антикоррупционных рисков. Прокурорские ребята смотрят по вопросам в целом по уголовному процессу. Ну и выше надзорный орган, они вообще все могут смотреть. Да. Пятое, комитет по инвестициям, они смотрят вопросы больше, как сказать, привлечения инвестиций, они же сейчас тем более комитетные в МИДе же, это больше внешний контур, привлечение, там, через дипломатические каналы. То есть каждый отвечает за свое, за свой блок. В целом получается огромная работа, да, и каждый, если будет, это я говорю еще раз, как Святой Франциск, да, каждый будет выполнять свой участок полоть нормально, правильно все делать, на пятерку, на отлично. Если каждый вообще в целом в стране все будет делать на отлично, каждый свой участок, и не лезть, и не дублировать, то все будет хорошо на стране. Просто каждый должен выполнять свой функционал. На хорошо. Хорошо. Ну, Азамат Ильич, к сожалению, у нас действительно вот к концу подходит наша передача. Было мне сегодня интересно, действительно. Действительно, как предприниматель, я скажу, что вопросов еще много. Мне радует, что вы их не отрицаете, что вы говорите, что там еще много вопросов, много проблем. Но надо признать, что и работа ведется, и это чувствуется и снизу там.
на поле, когда работаешь, то, что какая-то работа ведется, это тоже чувствуется. Вот. Спасибо отдельно НПП. Действительно, обращались. Всегда вы стараетесь не игнорировать. Вы действительно большие там запросы начинаете всем слать. Я в этом убедился. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что, наверное, в конце эфира, подводя итог, что, уважаемые соотечественники, если все время бояться, точно ничего не получится. Мы должны с вами начинать биться, мы должны с вами пробовать, не бояться никого, потому что, в принципе, всегда можно, если что, закидать всех письмами, и в вашем кейсе все равно разберутся так или иначе. Я знаю, чем больше шума, тем быстрее решается. Но надо пробовать и стараться. Спасибо большое, уважаемым телезрителям. Спасибо вам. Спасибо, МПП «Атомикен». Хочу попрощаться с вами не более чем на одну неделю. Спасибо за то, что были с нами, и оставайтесь дальше с нами на новости, которые сразу после нашей программы. До свидания.